Айдара Нуриева гоночный спорт привлекает с 10 лет. Последние 5 является участником трековых гонок. Зимний сезон этого вида спорта официально открылся вчера, но готовиться к нему парень начал еще в прошлом году. У нас летний сезон закончился в октябре, и с октября месяца мы начали уже перебирать машину, готовить к зимним гонкам. То есть меняли амортизаторы, мотор, колеса уж. Вот, и в начале января проходила гонка в Ижевске, чемпионат Удмуртии. Мы поехали туда, и для нас это была хорошая тренировка. И вспомнили, как ездить зимой, что такое лед, как бороться с соперниками. На соревнования пришло немало зрителей, которые горячо поддерживали участников. Говорят, рады тому, что именно трековые гонки уже который год подряд являются для них одним из самых любимых видов спорта в России. Гонки – это мой любимый вид спорта. Они очень быстрые, и они очень классные. Даже вот дети, обратите внимание, с таким интересом смотрят. Это нужны, они всегда будут нужны, понимаете? И девчонки смотрят, мальчишки смотрят, мужики. Сюда, вот, сюда приходят объединяться некоторые. Трасса, на которой участники соревновались друг с другом, готовилась в течение месяца. Чистый лед и идеально выровненная поверхность – главное условие для проведения на ней гонок. Мы целый месяц, вот как морозы пошли, заливали этот лед. И длина круга 1600 метров, ширина 22. 5 машин встают и летят на все, что есть, на первый вираж. Там они разбираются между собой, куча пыли, и все, мы ждем их потом на второй вираж. Они уже к этому моменту рассеиваются, и 3 круга едут. Конечно же, это технический вид автоспорта, и здесь никто не застрахован. Может сломаться машина в любой момент, может что-то пойти не так, но все же надеемся на лучшее. Будем бороться. Уже в ближайшие 3 недели на этой трассе пройдет 2-й и 3-й этапы соревнований. По итогам 3 финалов определится чемпион России и чемпион Республики Татарстан в соревнованиях по трековым гонкам. Диана Клочко, Альфред Камилевский, Эфир 24. Рэй Донован. С понедельника по четверг. Премьера на телеканале Эфир.